Значит, это сюда, сюда, так, так. Фух, достроил наконец-то свой дом вместе с конюшней. Огородик, мой хороший огородик. Тут еще и спуск в пещеру. Просто отлично. А, дед, здорово. А, как ты меня нашел? Че тебе надо вообще? Это моя деревня. Аренду платить? Слушай, это моя деревня. Пошел вон отсюда. У меня только один золотой слиток. Я не буду тебе ничего платить. Я этот дом знаешь за сколько купил? Сколько я его строил, а? Ну тогда? Что тогда? Что ты мне сделаешь? Лучи проклятия? Какое проклятие? Дед, ты че, вообще с ума сошел что ли? Какое проклятие может быть вообще? Ты вообще походу с ума сошел. Теперь твои жизни зависят от твоего уровня. Зачем ты мне в лицо-то кинул, а? Слушай, верни здоровье мое! Ты куда пошел? Куда пошел? Слушай, давай я тебе золотой слиток дам. Золотой слиток. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сними проклятие. Ты че от меня спрятаться захотел? Мистика какая-то. Куда дед-то пропал, а? У меня одно здоровье всего лишь, капец, а что мне делать? Мне что сейчас теперь надо уровень зарабатывать как-то? Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И, как всегда, в необычный. Дело в том, что сейчас ко мне подошел какой-то дед, который все время просит аренду. Попросил у меня аренду, я ему не дал ее, и вот он меня, походу, проклял. Теперь у меня одно здоровье. И что мне теперь делать? Но я помню то, что он писал то, что мое здоровье зависит от моего уровня. Сейчас у меня, конечно, уровня нету. Очень странно то, что я вообще не умер. Но, походу, мне теперь придется каким-то образом доставать себе уровень, фармить мобов, может, копаться в шахте, переплавлять. В общем, это будет капец просто. А перед началом видоса я, конечно же, хочу вас попросить поставить лайк. Давайте наберем на этом видосе кучу лайков. Так, я надеюсь, дед меня сейчас услышит. Дед! Сколько лайков должны набрать? 12354. Дед, ты с ума сошел, не наберут. Хотя, скорее всего, наберете. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Иначе этот кролик умрет. Ладно, он не умрет. И не забудьте жмякнуть на колокольчик. Ну а мы погнали, наверное, добывать свой первый уровень. Наверное, самый лучший способ это сейчас будет отправиться в шахту и попробовать добыть себе уголек. Сейчас это самый безопасный вообще способ получить первый опыт. Надо будет только деревья добыть. А что у меня вообще земля делает? Пошло вон. Знаете, меня очень сильно интересует, а как он меня вообще нашел? Я же ничего плохого ему не сделал. Я вроде только не заплатил за аренду. И то за аренду отвечал не я. Верстак у нас, в принципе, есть где-то вот здесь. Да, вот он. Нам надо сейчас сделать с вами палочки, сделать себе кирочку хотя бы деревянную. Все, можем спокойно спускаться. Это, кстати, моя шахта. Я ее копал аж целых... Я ее не копал. Ее копали рабочие. Заказал там бур, они все выкопали. Все, в общем, отлично. Все красиво, прекрасно. Вот, кстати, и уголек. Опыта вообще не получили, странно. А вот сейчас получили. Давайте дальше. Нам надо очень много угля тогда добыть, потому что дальше мы будем с вами уже переплавлять железо, золото и другие полезные руды. С этого мы сможем получить большое количество опыта. Так, первый уровень у нас есть, и ничего не произошло. Походу, это сработает только на втором. Сейчас, по-хорошему, конечно, нужно было бы добывать камень, потому что надо сделать уже каменную кирку себе. И, кстати, мы почти получили второй уровень. Хорошо. Еще чуть-чуть. 4 деления. Все, второй уровень. Да, да, у нас 2 здоровья. 2 здоровья. Отлично, просто прекрасно. Все, по идее, нам этого должно хватить. Сейчас надо только добыть камень. Сделаем себе каменную кирку. Благо, у меня уже все есть для этого. У меня есть палочки, здесь рядом верстачок, есть печки. Все просто прекрасно. Зачем я, правда, так много добываю? Ну да ладно. Все, погнали к верстаку. Каменная кирка у нас готова. Отправляемся дальше в шахту. Может, найдем сейчас железка. С железом уже будет как-то попроще. Оно больше опыта дает. Блин, на самом деле, можно было бы просто пройти Майнкрафт, и тогда бы мы получили уровни 70, наверное. И мы бы тогда стали, наверное, самым здоровым человеком на планете. Хотя, я не знаю, будет у нас вообще увеличиваться таким образом то, что больше 10 ячеек здоровья будет. Если будет, то будет просто замечательно. Кстати, тут же рядом каньон, мне говорили, есть. Такс, и... А, ничего такого вроде как не вижу. Здесь вообще что это? Это мрамор. У нас есть мрамор. Может, нам повезет, мы сейчас шахту какую-нибудь найдем? Заброшенную. Если да, то будет просто замечательно. Ну, в принципе, 19. 19, уже 20, 21, блин, я чуть ли не упал, это очень опасно. Так, ну у нас, в принципе, 21 железная руда, все, можем тогда все закидывать уже в печку. Печка, держи, все, переплавляйся. Пока что можно тогда сделать себе уже какие-то другие каменные инструменты, например, меч или тот же топор. Топор у нас есть, меч есть. Есть, кстати, идея, а нам не хватает. А вот так, а так хватает. Все, у нас золотая лопата, прекрасно. А давайте тогда пока что гравий покопаем. Можно выпадет уже что-нибудь хорошее. Например, кремень.
принципе, это единственное, что нам может оттуда выпасть. Хорошо, замечательно. В принципе, 5 железных слитков есть, и нет, мы не получили новый уровень. Еще 5 железных слитков, почти, кстати, уровень получили. Хорошо. Так, Сэй, давайте пока сделаем что-нибудь железное, например, ту же самую кирку. Чё? А чё, сундук был открыт? Кстати, мы же можем сейчас с вами сделать еще и щит. Отлично, сейчас будем еще отбиваться от различных мобов таких страшных. Правда, мне не хватает досок. Ладно. В принципе, ну я надеюсь, никто ничего не скажет и ничего не обвалится. Ладно, хорошо. Пойдет. Делаем еще палки. И что нам получается сейчас? Надо еще топор, меч. Да, и в принципе все. Да, этого нам спокойно хватит. А все остальные инструменты давайте сложим вот сюда. Вот они нам уже не нужны. И заодно скрафтим зажигалку. Это если нам понадобится уже жарить мясо и так далее. Это самый легкий способ. Так, еще 7 железных слитков. Даже 8. А ну-ка, все, 3 уровень. 3 здоровья. Отлично. Ну все, у нас переплавилось. В принципе, 11 железных слитков. Можем какую-нибудь броню себе сделать. Например, вот это. Хотя нет, невыгодно, невыгодно. Сделаем тогда вот так и сделаем вот так вот. Ну все, хотя бы нижнюю часть нашу мы защитили. Все, отправляемся, может найдем каких-нибудь враждебных мобов. Я что-то здесь вообще никаких мобов не вижу. А где они? Мне уже хочется немножечко подраться, так скажем. Ну-ка, зомбарь, пошел вон отсюда. О, все, отлично. О, кстати, офармится очень быстро. Ага, еще 2 зомби, отлично. Почти 4-й. 4-й уровень! Да, 4 здоровья, прекрасно, прекрасно. Так, надо еще кого-нибудь найти, кого-нибудь еще надо найти. Опа, золотишко, золотишко, это хорошо. Я же золото могу добыть? Ну да, могу. Где-то здесь еще ходят, бродят. Так, шахта здесь заканчивается, походу. Копаться пока не очень охота. Так, а здесь еще золото, прекрасно. Может, мы сможем с вами найти этого деда и просто кинем ему все золото, и он снимет проклятие? Не знаю, не знаю, но надеюсь, все получится. Как-то они странно спавнятся, эти зомби. И последний, ух, 5 уровень. Уже 5 здоровья, просто замечательно. Блин, а может как-то все это оптимизировать, а? Может построить какую-то ферму мобов? Можно было бы попробовать, не знаю, получится у меня или нет. Просто если вы смотрели предыдущее видео, то вы можете понять меня. У меня часто просто не получается это сделать. Просто один раз я сделал, посмотрев на картинку, у меня все получилось идеально. А когда я уже с точной мыслью о том, как нужно его делать, пытался его построить, у меня ничего не получилось. Как это работает, я не знаю. Но мы попробуем с вами ее сейчас построить. Но для этого надо огромное количество камня. Но для начала мы с вами закинем все переплавляться. Вот 10 кусочков золота. Ну и одна железная руда. Закидываем. Все, отлично, все переплавляется. Можем пока что с вами продолжить добывать что-нибудь в шахте. Попробуем добыть себе немножечко камня, хотя бы 4 стака. И тогда уже будет намного проще. Уйдет на это у меня, конечно, уйма времени, но зато мы с вами сможем построить нормальную ферму мобов. Сколько у меня? У меня 49. И еще немного. Хотя нет, еще много. Надо будет еще сделать, правда, себе ведро воды. Точнее, просто ведро. И уже использовать это в своей ферме. В противном случае я просто не знаю, как реализовать так, чтобы мобы падали в нужное место. И подождите, я уже вскопал ну очень много, а что-то вообще не попадаются никакие ресурсы. Это, конечно, печально, но все-таки ладно, продолжаем копать. Хотя вот железка, еще железка. Так мы еще сможем уровень себе повысить. Конечно, самое выгодное в плане фарма опыта, это все-таки добывать какие-то полезные ресурсы, тот же уголь, либо железо, все это переплавлять, и тогда мы будем с вами получать довольно-таки много опыта, и тогда мы сможем с вами повысить наш уровень. Но лучше я уж буду поступать таким образом. Но у меня уже больше 2 стаков. Пауки, скелеты. Хорошо, что у меня лук есть. У меня почти 6 уже. Попал все-таки, гаденыш такой. Оп, отбили. 6 уровень, 6 здоровья уже, отлично. Повезло, мы с вами смогли выжить. Так, что у меня здесь все переплавилось? Да, золото уже готово, сюда тогда закинем еще железо. Здесь уже 2 потребуется, хорошо. Ты чё в спину подходишь? Как-то он быстро стреляет. Фух. 7 уровень, отлично. 7 здоровья. Хилимся, живем. Забираем золотишко. Почти 8 уже. А это довольно-таки легко оказалось. Я думал то, что мы будем с вами долго париться, а на самом деле все так очень быстро происходит. Так, берем железка. До 8 не дотянули. Жалко, нам, конечно, лук не выпал с этих лучников. Печальненько. Ну, ладненько, ладненько. Хилимся, живем, как говорится. Кстати, здесь ну, можно паутинку забрать. Если что, сделаем лук тогда сами. Но вроде как стрел у меня не так уж и много. Да, всего лишь 2 штуки. Еще и уголечек, хорошо.
А, чуть ли гравий на меня не упал. Замечательно. 8-й уровень. Я вспомнил, нам потребуется больше, чем 3-4 стака камня. Надо больше, намного больше. А для этого нам потребуется еще сделать тогда 2-3 кирки. В противном случае мы с вами просто не сможем это все построить. Забираем золотишко, точнее, железичко. Есть такое слово или нет, я не знаю. Но так или иначе, сейчас тогда сделаем еще, получается, 3 кирки себе. Отлично, нам хватает как раз таки. Здесь еще у нас есть железо, так что замечательно. Делаем ведро, оно нам пригодится. И по экипировке можно сделать еще шапочку. На шапочку нам не хватает. Добывать весь этот булыжник будет супер нудно. Так что, наверное, лучше сразу вам покажу момент, где мы просто будем уже строить эту ферму мобов. Ребят, вы не поверите, конечно, но у меня 12 уровень. И оказывается, у меня уже 12 сердечек. Просто обалдеть. Тут у нас железка уже переплавляется все. Так что мы получим еще больше опыта. Но давайте-ка мы сейчас с вами попробуем построить все-таки ферму мобов. Только вот где? Давайте будем выбирать тогда место. Наверное, где-то около моего дома, вот здесь вот можно будет это все сделать. Ну да, вот здесь хорошее место как раз таки. Надеюсь, я вспомню, как это все делать. Это как-то вот так вот кажется. Ну да. И просто погнали. А у меня кирки сломались. Отлично, тогда сломаем рукой. И просто строимся наверх. Я не набрал нужное количество воды, а мне надо хотя бы одно. Потому что мне надо будет еще спускаться в процессе всего строительства. Я сейчас на 17 нахожусь, а надо 24. Значит, получается 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот так вот. Остается только как-то все это построить. Насколько я помню, значит, вот так вот здесь ставим. Оно будет у нас служить ограждением. А тут будет стекать вода. Должно быть 8 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Вот здесь уже будет вода находиться. Значит, вот здесь тоже ставим ограничение. Я чуть ли не упал. Прекрасно. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Вот здесь еще одно ограничение. И в эти же стороны точно так же. Теперь надо вот здесь построить такую вот стенку, чтобы мобы сюда, если что, шли. Надо будет еще и крышу строить. В общем, капец тут делов, конечно. Но зато, надеюсь, ферма будет рабочая. Если не будет, то будет обидно. В принципе, логично. Камень-то вообще быстро заканчивается. Я уж думаю, то, что маловато я взял как-то. И я тут сам себя заблокировал. Отлично. Почти достроили. Все, стенка у нас уже готова. Забираемся тогда наверх и... Что тут нам сейчас надо сделать? Здесь еще можем поставить. Теперь мы должны с вами сделать платформу. Вот так вот, да. А нет, еще меньше сделал. Ну, я это гений. Эти платформы мы делаем для того, чтобы там уже начали спамниться мобы. Они будут идти к этим проходам, и они будут стекать. Точнее, будут падать просто. В принципе, ферма очень простая, рабочая должна быть. Но, надеюсь, она реально будет рабочей. Если нет, то будет очень обидно. Я переборщил. Ну и ладно. Теперь остается только вот эти вот места заполнить, и тогда все будет у нас отлично. Здесь они как раз-таки начнут спавниться. Надеюсь, без моего ведома они не будут. Иначе будет обидненько. Да... 3 блока подряд, серьезно. Все достроено, в общем, все должно быть хорошо, все должно работать. Только я что-то не слышу, чтобы там хоть кто-то спавнился. Так не говорите, что я зря это все построил. Да быть того не может, а. Ладно, может мы сейчас отойдем и все нормально будет. Окей, погнали. Сейчас посмотрим, что у нас там переплавилось, сколько у нас там всего будет. Может быть мы даже получим очень много опыта, надеюсь. 64 железных слитка, 13 уровень и 13 здоровья, отлично. Еще забираем, 14 уровень, 14 сердечек. И еще нет, не получилось. Ладно, у нас большое количество железа сейчас. И надеюсь, то, что там работает уже наша ферма. Так, и... Да, есть. Один зомби. Замечательно. Прям очень много. Зачем я это строил тогда? Никто вообще не спавнится. О, еще почти 15-й. Скелет. 15-й уровень. Отлично, замечательно. У нас уже 15 сердечек с вами. Походу, ферма мобов работает. 18, отлично. Окей, надо будет сейчас добить до 20-го и найти этого деда. Я с ним поделюсь, окей, всеми ресурсами, что у меня есть. Это золотая лопата. Возможно, будет играть в своей песочнице. Золотой слиток, железный слиток и железный слиток. И чё? У нас 104 железных слитка, если что. 18-й, чё-то... Ого, шапочка. Отлично. Мне кажется, было бы намного быстрее, если бы я не строил вот эту вот ферму мобов, а про... Ого, зачарованный меч. Нифига себе, он меня сейчас ударил. Было бы намного проще, если бы я просто руду добывал, а не строил вот эту вот ферму мобов. Ну да ладно, сделанного не воротишь. 19. Чуть-чуть не хватает до 20-го. Так, давай, давай, чуть-чуть. Ух, все, 20. Пошли здесь искать того деда. Я надеюсь, он где-то в этой деревне. Где-то здесь он должен быть, а? В смысле кусочек золота за яблоко? Это тот самый дед. Тот самый дед. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Где-то здесь, что ли, получается, да? Здорово. Дед, дед.
Дед, дед, слушай, мне что-то вообще не нравится то, что ты меня проклял. Очень тяжело живется, у меня уже 20 уровень, 20 сердечек. Что ты хочешь, чтобы просто ушло проклятие? Что тебе надо? Я все заплачу, все что угодно. 5 стаков алмазов? Слушай, у меня есть кое-что намного лучше. Давай отойдем, отойдем, это слишком дорого, жители обалдеют. Золотая лопатка. Я тебе даже в придачу, это 10 золотых слитков и 64 железных слитка и 40 железных слитков, окей? Слушай, а ты точно вот как бы снимешь проклятие, да? Подумаешь? Слушай, ну вот, смотри, золотая лопатка, посмотри просто на нее. Ты сможешь закапываться в землю. Да, конечно, копает. Эй, больно, у меня мало хп осталось. Гляди, вот тебе еще железный слиток, золото. Вот, все это твое. Я тебе даже в придачу семечки вот докину, ты будешь лузгать их. Пойдет? А, тебе только семечки нужны? Все, хорошо. Снимешь проклятие? Да, договорились, отлично. Договорились. Приготовься. Окей, я готов. Будет больно? Давай, я готов. Я не зря убивал дофига мобов, строил ферму, давай. А, но это не больно было. Слушай, спасибо, что ты вот как бы это проклял меня. Хотя нет, за это не спасибо. Спасибо, что снял проклятие. Вот за это точно спасибо. Может, тебе за аренду-то надо заплатить? Да, вот, держи. А, сейчас, где оно тут у меня? Пошел вон отсюда! Все, валим, быстро домой. Фу, насколько мне известно, он как вампир, он не сможет туда зайти. Или сможет? А где он? Его нету. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, кайте на колокольчик. Аренду? Ну ладно. Дед бежит за мной! Если вы еще не подписаны на канал, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмякайте на колокольчик. Ну а с вами был Акакий, за которым бежит сейчас дед какой-то, аренду просит от меня. Всем еще раз спасибо за просмотр, всем покедова! Дед, уйди!